Доброе утро, друзья! Прекрасное утро в Петербурге. Я понимаю, многие сейчас как раз подъезжают. Мы начали обзванивать людей. Люди едут в шаттлах. В общем, Питер приветствует всех. Итак, друзья, мы сегодня собрались поговорить с вами на тему молодежного предпринимательства, создания экосистемы развития молодежного предпринимательства. Представлюсь, меня зовут Артем Андросов, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства «Опор России», член рабочей группы Госсовета по молодежной политике. Итак, друзья, у нас сегодня очень интересный состав экспертов. Представлю их. Милена Арсланова, директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации. Можно поприветствовать. Теперь все не аплодируют, теперь все снимают на телефоны, да? Новый тренд. Руки заняты. Александр Дерябин, директор компании Snail. Эдуард Закирович Амаров, вице-президент «Опоры России», курирующий молодежное предпринимательство. Надия Черкасова, заместитель президента, председателя правления Банка Открытия. Как-то тут у меня все. Татьяна Журавлева, руководитель проекта «100 городов», Центра городских компетенций, агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов ОСИ. Кузяков Михаил, компания «Ванюшкин сладости», Николай, компания «Ванюшкин сладости», победитель гран-при конкурса «Немалый бизнес». И у нас немножко задерживается Евгений Гудов. Это тот человек, который делает презентацию на пленарку, и в 10 часов у него сдача этой презентации, и буквально через 10 минут он прибежит. О чем мы, собственно говоря, хотели поговорить? Уже несколько лет мы с нашей командой, можно даже точно сказать, с 2013 года, говорим о том, что молодежное предпринимательство является, собственно говоря, такой движущей силой экономики. Именно там сосредоточен основной потенциал для роста, потому что все-таки молодежь – это именно малый бизнес, ребята, которые начинают. Если мы говорим о крупном бизнесе, то, как правило, потенциал их роста весьма ограничен. Мы с трудом можем представить, что компания, представитель там, среднего крупного бизнеса, вырастет в 2, в 3, в 4 раза за год. Но когда мы говорим о молодых ребятах, то, в принципе, рост 100, 200, 300% в год весьма реален, причем не только в IT-секторе, но и даже в производственных секторах. И на всех площадках, начиная с Всемирного фестиваля, Российского инвестиционного форума, мы говорим о том, что сегодня надо подходить к этому системно, желательно, чтобы все институты развития сосредоточили свои усилия именно на развитии молодежного предпринимательства. В этом году у нас стартует национальный проект по популяризации предпринимательства. И так или иначе, в любом случае, он коснется и темы развития молодежного предпринимательства. Поэтому первое слово я хотел дать, собственно говоря, представителю государства, директору департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства. Собственно говоря, что сегодня государство видит, как оно видит развитие молодежного предпринимательства. Милена Арсланна. Спасибо. Ну, как вы понимаете, молодежное предпринимательство находится в фокусе внимания правительства, и в нацпроекте мы отдельно для молодежки выделяем отдельные продукты. Начали мы в этом году совместно с Борисом Юрьевичем Титовым и с группой коллег из Black Star, из Experium и других коллег из бизнес-школ. Организовали премию «Немалый бизнес», победитель гран-при сидит здесь. Сделан также был акцент именно на молодом поколении до 40 лет. Настолько разнообразный бизнес, выбор был очень сложный, очень тяжелый, были споры. Все это говорит о том, что молодежь, она действительно гибкая, она не боится браться за сложные проекты, и это очень импонирует. Более того, именно в молодежи большой потенциал дальнейшего роста именно секторов с высокой добавленной стоимостью. И молодежь – это та зона риска, те люди, которые потенциально хотят, как я предполагаю, как показывает опрос, уехать, и нам нужно их удержать. А удержать их можно только соответствующими благоприятными условиями для их самореализации. Поэтому
компьютеризации. Выделяем в отдельный сегмент молодежь, студентов, школьников. Не только с точки зрения улучшения имиджа, но и с точки зрения обучения. То есть предоставляем для них отдельные образовательные продукты. С 2009 года действует программа «Ты предприниматель» совместно с Росмолодежью. Успешно много выпускников, в том числе среди победителей премии «Немалый бизнес» из Мурома, из Красноярска. Ребята победили. Я к чему? Тот подход, который мы сейчас будем реализовывать в рамках федерального проекта по популяризации, мы выбираем целевой подход. Грубо говоря, тот контент коммуникационный, либо образовательный, направленный на молодежь, он будет адаптирован под запросы молодежи, под характеристики их восприятия. Если молодежь у нас привыкла работать и живет, можно сказать, в информационном пространстве, значит, онлайн-курсы, в основном коммуникация для них будет проходить через онлайн-каналы, соцсети, интернет и так далее. То есть мы выбрали клиентоориентированный подход и считаем это правильным. Для нас это несколько сложнее с точки зрения организации, потому что для каждой целевой аудитории свой канал и свой контент, как образовательный, так и коммуникационный. Но мы понимаем, что только так мы можем добиться цели. Вот. И фактически в рамках нацпроекта для молодого предпринимателя, начиная, ну, давайте скажем так, со школьной скамьи, где мы уже планируем реализовывать, мы начнем переговоры и с Минобразованием, дискуссия начинается о том, чтобы лучшие практики в регионах, уже есть в отдельных регионах школьные программы, говорить о предпринимательстве в положительном контексте и те фобии, те стереотипы, которые вокруг предпринимателей в обществе витают, нужно их, молодежь от их избавить. Мы понимаем, что есть бабушки со своим пониманием, со своим представлением предпринимательства, есть родители, преподаватели, но мы не получим молодое активное поколение предпринимателей, если не будем работать также и с их восприятием предпринимательства, с их восприятием риска, восприятием условий ведения бизнеса и вообще, в принципе, желанием найти себя в бизнесе. Далее студенческие программы. Это уже реализуется много лет, но мы немножечко переформатируем. Сейчас все образовательные программы для бизнеса мы планируем проинспектировать, так сказать. Мы их все проведем через, профильтруем через систему критериев, выявим ниши, где образовательных продуктов нет. Вот недавно ездила в Архангельск, мы там открыли очередной центр «Мой бизнес», и малый бизнес, можно сказать, впервые в моей практике говорит, вот у вас есть нацпроект по производительности труда, но он в основном для средних предприятий. А у меня тоже производство, и я тоже хочу повышать производительность труда на малом предприятии. Что мне делать? И вот мы сейчас с нашими коллегами в министерстве будем разрабатывать отдельную образовательную программу вот именно с акцентом на производительность труда для предпринимателей, ну, скажем так, для микропредприятий. Эта тема востребована, мы готовы на это откликаться. Также очень важно для предпринимателей молодых создать экосистему, инфраструктуру, да, вокруг его бизнеса с точки зрения господдержки. В рамках нацпроекта у нас уже объявлены конкурсы, будем в июне подводить итоги. Мы будем создавать единое окно по мерам поддержки. Причем не только для малого бизнеса, для любого бизнеса. Это мы будем аккумулировать все поддержки отраслевых министерств, регионального уровня, муниципального. Первый этап в промышленную эксплуатацию системы будет сдана в середине следующего года. Прототип до конца этого года, надеюсь, мы получим от наших будущих исполнителей. Сейчас пока еще не определили их. И впоследствии, как ожидается, в рамках в том числе цифровой экономики, все эти услуги и меры поддержки будут абсолютно оцифрованы, то есть не выходя из офиса, можно будет и подать документы, и получить поддержку, либо им будет оказана услуга. То есть мы также отвечаем, скажем так, тенденциям и потребностям вот этого молодого поколения, которые живут уже, можно сказать, в компьютере, им не нужно будет. Они становятся еще более мобильными, если могут реализовать свои потребности в поддержке через информационную, через в электронном виде. И еще одно направление, которое мы также ожидаем, что будет востребовано молодым поколением предпринимателей,
мы так совпало тоже название, мы называем его тоже экосистемой, информационной экосистемой в информационном пространстве, в цифре. Мы планируем между собой взаимоувязать ключевые площадки и ресурсы для предпринимателей, начиная с образовательного контента, в частности, допустим, платформа «Образовательная деловая среда» или иные электронные платформы, которые пройдут нашим критериям, надежные, с соответствующей репутацией и качеством контента. Дальше информационные ресурсы, в том числе там бизнес-навигатор, какие-то иные информационные георесурсы, которые помогают предпринимателям ориентироваться в пространстве возможностей. А далее мы планируем подключить к этой системе с бытовые площадки B2C, B2G, B2B. И, как я понимаю, на этапе, когда мы готовили нас проект, было невозможно. Сейчас уже открываются двери на экспортные площадки. И также мы подключим это наше единое информационное окно по мерам поддержки. То есть предприниматель, находясь у себя в небольшом городе, в компьютере, он будет видеть все возможности для развития его бизнеса. Если потребуется поддержка по профилю, к нему будут подтягиваться предложения по мерам поддержки по услугам, по образовательным программам. То есть будет работать система подсказок. Это вот такая вот наша картина идеальная, которую мы пытаемся выстроить в нашем проекте. Я очень надеюсь, что у нас хватит сил и времени сделать это как можно скорее. Нам кажется, что это будет комфортная цифровая среда для молодого поколения предпринимателей. Вот, и, соответственно, премия «Немалый бизнес», я очень надеюсь, мы все-таки дальше будем реализовывать, и в следующем году будет следующий этап. Спасибо. Спасибо большое, Мелинда Тахировна. Вообще, это, конечно, большое достижение, что в прошлом году эта премия прошла, что победители этой премии, что они встретились с президентом Российской Федерации. Это знаково. Первый раз молодые предприниматели вот прям целенаправленно пошли. Это большое дело. И то, что сейчас существует достаточно много уже таких премий, именно начинает популяризация предпринимательства уже принимать другой оборот. Недавно Forbes выпустил тоже рейтинг молодых предпринимателей до 30 лет. И это тоже такое большое достижение. Раньше об этом не писали. При этом хочу вам еще привести интересную статистику. Росстат опубликовал данные по молодежи. Я думаю, это по количеству молодежи в Российской Федерации. В 2013 году у нас было 33 миллиона 225 тысяч молодежи, в 2015 – 31 миллион 483 тысячи, в 2018 – 28 миллионов 281 тысяч. То есть мы сейчас находимся в демографической яме, и, собственно говоря, дна мы еще не достигли. Поэтому если раньше как бы, там, мое поколение – это как раз поколение демографического бума, то сейчас мы придем к тому, что в любом случае за каждого вот этого молодого предпринимателя придется прям сражаться и предоставлять ему максимально комфортные условия, потому что их просто будет физически меньше. И мы от этого никуда не денемся. И всем нам, как предпринимателям, будет брошен вызов с точки зрения и кадрового голода, а с точки зрения страны нам будет очень сложно агитировать меньшее количество людей становиться предпринимателями. Хотелось сказать о том, что программа «Ты предприниматель», победителем которой я являюсь в региональной части еще в 2013 году. И, по-моему, все ребята, ну, многие из наших ребят так или иначе проходили эту программу, потому что она с 2009 года была в России, ее Роспредприниматель делали очень хорошо. И сейчас, как я понимаю, пока не определено, как она будет дальше развиваться. Ну, как я сказала, все образовательные продукты сейчас фактически пересматриваются. Они будут актуализироваться ежегодно, чтобы соответствовать и трендам, и потребностям предпринимателей. Достаточно жесткие условия, то есть образовательные продукты будут между собой конкурировать. Но с коллегами мы еще дополнительно обсудим, какая будет дальнейшая судьба этой предпринимателя. Я думаю, что либо она просто войдет в каталог, тот, который мы будем предоставлять регионам, либо она трансформируется во что-то другое. Ну, я думаю, что мы определимся в ближайшее время. Вот у нас сегодня предпринимателям, чтобы мы поняли, кто это такие, да, ну и в первую очередь, наверное, Николай, расскажи немножко в первую очередь о своей истории, наверное, о премии и о том, собственно говоря, какие проблемы ты сегодня видишь перед развитием предпринимательства.
Добрый день всем. Артем, спасибо за слово. Ну, в первую очередь, я когда слушал Милену Тахировну, и это очень приятно, что вы такие шаги делаете, и надеюсь, все у вас получится, и вы все реализуете. И огромное спасибо вам за премию «Немало бизнес», потому что она дала огромный толчок там, нашему бизнесу. Наш бизнес начинается с 2006 года. В 2004 году на втором курсе института родители сказали то, что нам с братом больше деньги давать не будут, и живите как хотите, мы вас вырастили до 18 лет, а дальше уже ваши проблемы. Стипендии у вас есть, на проезд вам хватит, и как хотите, так и развивайтесь. Ну, мы, конечно, неделю понервничали, а потом устроились грузчиками, стали дальше, это понятное дело, что это не наша работа, стали работать с торговыми представителями. Проработав торговым представителем, поняли, что есть открытая ниша нестандартных кондитерских изделий, и начали в нем развиваться. И так у нас появилась семейная кондитерская фабрика «Ванюшкины сладости». На данный момент у нас две производственные площадки, более 14 тысяч квадратных площадей производства. Мы продаемся в 72 субъектах Российской Федерации и 8 странах мира. Если говорить про конкурсы, то там действительно наша компания, и там в частности я как представитель нашей компании, мы участвовали во всех конкурсах, которые есть. В 2012-2013 году мы стали победителем «Ты предприниматель», в 2015 году мы выиграли конкурс «Эстон Янг», «Молодой предприниматель», в 2019 году мы выиграли в немалом бизнесе и в бизнес-успехе. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы в первую очередь цель не победить, а цель общения с такими инициативными и креативными предпринимателями, как мы. На одном из конкурсов я расскажу вам историю. Это очень интересная история. Я познакомился с предпринимателем. У него в Питере компания называется «Дети на паркете». Я говорю, а как вот твой успех, как ты вот начал? Он говорит, я во втором курсе, как и я, в институте, понял, что учиться это не очень интересно, и это никак не монетизируется, и пошел работать в банке после банка. Во время работы в банке я понял, что тоже денег там нету и не заработаешь, надо идти в предпринимательство. А опыта нету, и я попросил поделиться опытом двух других предпринимателей. Они поделились со мной опытом, он говорит, а давайте мы на следующей неделе встретимся. Он говорит, ну давайте встретимся. Встретились на другой неделе, он от них тоже черпал много информации, и говорит, а давайте друг другу цели поставим. На следующей неделе опять встретимся и посмотрим, какие цели мы выполнили, какие не выполнили. Вот. Они встретились на следующей неделе, и там оказалось, что они много целей не выполнили. А значит, почему? Значит, они не очень были сильно замотивированы. Они говорят, давайте тогда мы штрафы за невыполнение поставим себе, если мы не выполним какую цель, поставим себе 5000 штрафов. Он говорит, ну, говорит, ребят, хорошо. В итоге сейчас он владеет 165 точками «Дети на паркетах», достаточно успешный предприниматель, ему всего 26 лет. Ему всего 26 лет, он за 4 года, благодаря общению с предпринимателем, благодаря сообществу, благодаря тому, что они друг друга усиливают компетенциями, поддерживают друг друга, сделали сильную свой бизнес. И мы то же самое внедрили и у себя. Сейчас у нас две группы по 4 человека. Мы каждую также неделю встречаемся в 6 утра, с 6 до 9 у нас проходит разбор наших бизнесов. Мы друг другу ставим цели, друг друга мотивируем, заряжаем. И в том же там «Опора России», почему я вступил, я являюсь председателем молодежного комитета в Пензе. То же самое, потому что когда мы общаемся с предпринимателями, мы создаем вокруг себя некую определенную экосреду, благодаря чему мы растем. Я часто выступаю перед студентами и спрашиваю вопрос, а кто хочет стать вообще предпринимателем? И, к сожалению, поднимают, там вот недавно проходил такая встреча, было примерно 200 человек, поднялись всего 3 человека. Для меня это очень удивительно, потому что это 2% всего, это очень мало. И обычно там 10-15 поднимают. Я спросил, а почему так мало рук? Они говорят, что нам родители сказали, что это страшно, потому что налоги растут, есть страшные надзорные органы и куча проверок и всякие страшилки. На что я им говорю, ребята, ну вот смотрите, я, да, допустим, да, нас 5 лет компанию не проверяли внепланово и планово. Ну,
практически там налоговая один раз пришла за 5 лет, остальные пожарные, другие, Роспотребнадзор не приходили. Я говорю, у нас кредиты, я говорю, 5 от 5 до 8%. И больше нету. Мы участвуем во всех максимальных количествах мероприятий, которые нам дает государство. Я говорю, то есть бизнес на самом деле не страшен, а тем более ваши студенческие годы, вообще его легко начинать. И не слушайте своих родителей, пробуйте. Это о чем говорит? О том, что у них нет просто информации. Они не знают и нет у них примеров. Да? И нужно максимальное количество таких предпринимателей выводить в свет и рассказывать про это, популяризировать. Даже возьмем наши федеральные все каналы. Ни одного фильма про предпринимателей нету и не создали. Единственный, Григорий Аветов создал классный фильм в прошлом году, он вышел. И у него сейчас написано 5 сценариев, и я прошу Министерство экономики обратить внимание на эти сценарии. Про реальные кейсы до слез предпринимателей, если их мы будем выпускать так же, как мы пропагандируем на 9 мая патриотизм, а мы также будем пропагандировать про предпринимательство, то, естественно, будет вызывать посыл идти туда и развиваться. Поэтому... Можно маленький комментарий? ТАСС меня уже тут главной фанаткой фильмов о купечестве объявил. На мне уже просто клеймо. Видимо, я вынуждена буду до конца года все-таки провести переговоры с фондом кинематографа. Просто сценарий мне все обещают, но у меня так ни одного сценария на руках и нет. Уже сколько мы этим занимаемся? Уже больше полугода, но так никто и не принес. Ну, мы вам в августе дадим свой сценарий. Знаете, я так, много уже обещаний было, но ни один сценарий еще не появился у меня. Ну, у меня другая информация, ну, мы проверим. Давайте, у меня на руках ни одного сценария нет. Да, может быть, действительно штрафы за невыполнение обещаний. Давайте. Мы пишем сценарий, к августу он будет, это от нас. Ну и плюсом у Григория Авета уже написано, он сказал, лично 3 сценария про написано. Вы можете мне он ничего не говорил. Сказать это не передать. Да, согласен. Дальше, ну, наверное, буду завершать и скажу, что действительно с 2015 года бизнес в России стал гораздо легче вести. Есть некоторые нюансы, но наша компания только в этом году посетила 2 выставки абсолютно бесплатно. Мы вошли, как вы сказали, в производитель, по увеличению производительности труда. Мы вчера буквально подписали соглашение, поэтому и в рамках этого уже к нам приезжали эксперты, и настолько они открыли нам глаза, и настолько оказывается то, что можно использовать наши площади гораздо эффективнее и гораздо правильнее. Спасибо вам за это, хочу сказать. И спасибо за то, что вы, в принципе, ну, стараетесь сейчас много что делать. Спасибо большое, Коль. Хороший тезис: у молодежи в банках денег нет. Я прям запомню. Логика, почему идут в свой бизнес. Ты уже сказал про опору России, что в свое время пришел, да? Наверное, тут правильно передать слово Эдуарду Закировичу, человеку, который, собственно говоря, сделал очень много, чтобы комитеты по России развивались, вложил в нас очень много сил, времени, пролетел, наверное, половину страны, это точно, и даже в Пензе был. Для того, чтобы открывались молодежные комитеты, ребята объединялись, развивались и включались активно в те процессы, которые сегодня происходят. Эдуард Закирович, опорой России является таким большим институтом развития предпринимательства. Ваше мнение, какие сегодня действия должны от молодых предпринимателей и от тех институтов, которые есть, для того, чтобы молодежное предпринимательство развивалось в целом? Спасибо, Артем. Коллеги, сегодня... Коллеги говорили о том, что очень много мер государственной поддержки есть. Милена прямо долго об этом говорила. Недавно наши коллеги попытались посчитать, сколько. Наши посчитали 300. Соседи приехали, сказали, нет, мы посчитали 500. Недавно был у нас промышленный форум, выступал Петруцци. Он говорит, не, ребята, информация устарела. Около 1000 мер государственной поддержки. Мы посчитали несколько тысяч. Так, кто больше? Понимаете, нет конца и края мер государственной поддержки. К сожалению, вот ситуация не меняется. Количество субъектов, активно действующих, примерно одно и то же количество. Доля ВВП примерно одно и то же.
Значит, что-то мы еще не доделываем, не неправильно делаем, а какой-то фрагмент у нас, к сожалению, отсутствует. Артем один из моих учеников. Лет 7 назад, когда я начал думать о том, что нужно что-то кардинально менять, я посмотрел на молодежь. Ну, это избитая тема, все говорят, молодежь – наше будущее, вот они думают, они знают, они будут. А вот поступательно, планово, комплексного подхода к этому вопросу я, к сожалению, не нашел. У нас была замечательная программа «Ты предприниматель», которая вовлекала предпринимательство. К сожалению, дальше они не получали внимания и умирали. Действующий бизнес очень медленно рос. Я делал очень большое научное исследование. Исследовал 250 предпринимателей, 7 лет научной работы. Почему одних получается, у других нет, как они растут, из-за чего они растут. И пошел к простому выводу. Самый эффективный инструмент для развития предпринимательства – это среда, экосистема. Вот это слово, когда я вводил в термин «экосистема развития предпринимательства», я помню, один из моих коллег, депутат, сказал: «Ты что, Эдуард, мы же, это же экосистема, это же про животных, это же мы же…» Так, а у него тоже ученая степень. Я говорю: «Коллега, ты все-таки ученый человек, ты же понимаешь, что люди – это тоже животные». Да, для ученых это понятно. Мы тоже животные, но называем себя высшими животными, потому что мы считаем, что мы наделены разумом намного больше. И точно так же, как и всем, нам тоже нужна среда для развития. Внутри всей флоры и фауны у каждого вида подгруппы должна быть своя среда для роста. Вот, когда «Опора России» стала почковаться внутри себя, сегментироваться на разные комитеты, в том числе женское предпринимательство, молодежь предпринимательство, разные комитеты там, по строительству и так далее, как раз это признак того, что мы бессознательно стали собираться в экосистему, где можем активно развиваться. То есть среда помогает в большей степени развиваться, чем внешние факторы. Внутри среды мы всегда можем построить все необходимые инструменты для развития, для защиты, для мотивации. Мы лучше знаем внутри среды, что нам надо. Каждый. Вот поэтому стал заниматься развитием молодежи предпринимательства, который является таким вот мостиком между теми людьми, кто потенциально может быть предпринимателем, думает или начал, и между теми, кто уже состоялся в бизнесе. И эта точка, называемая молодежное предпринимательство, активно популяризирует для тех, и, как ни странно, активно помогает расти малому и среднему бизнесу. Вовлекая коллег, уже состоявшихся ребят, в процесс популяризации, обучения, мотивации, мы помогаем им актуализировать свои неосознанные компетенции и становиться максимально эффективными. Мы создавали вечернюю школу предпринимателя. Я уже рассказывал, коллеги слышали, повторюсь еще раз. 300 предпринимателей отучились у нас в этой вечерней школе предпринимателя. За 3 года по 100 человек каждый год. Подавляющее большинство из них за 3 года после учебы увеличили свой бизнес от 2 до 10 раз. В этой школе преподавали предприниматели малого и среднего бизнеса. Ребята существенно подняли свой бизнес благодаря тому, что пришли обучать молодежь. Это позволило им сделать ревизию своих компетенций и опыта, увидеть свои слабые стороны на предприятии и дефицит компетенций, восполняя, стали расти. Вот почему развитие молодежи предпринимательства настолько важно. И когда первый раз меня спросили: «Эдуард Закирович, может быть, будут заниматься молодые развитием молодежного предпринимательства?» Я говорю: «Кто против, пусть занимаются. Я только помогаю и модерирую». Про популяризацию. Сегодня мы, общаясь с молодыми ребятами, наткнулись на то, что непопулярно идти в предпринимательство. Это избитая тоже тема, все об этом знают. Более того, очень много родителей и предпринимателей, которые не советуют своим детям идти в предпринимательство. Вот печальный итог, это факт нашей деятельности последние там десятилетия. Теперь эту парадигму нужно ломать. Как ломать? Я попросил, чтобы у Саши там
презентации был один слайд. Наши коллеги проводят опрос, вот что важно для того, чтобы развивать предпринимательство. Там целых там 7-8 вопросов, и там мы к нему еще вернемся. Отсутствие знаний. Кто эти знания может дать? Предпринимательство начинается с интуиции, интуитивно начало. А потом уже на уровне знаний мы добираем компетенции, чтобы правильно организовать там бизнес-процессы, управлять там, финансовую модель и так далее, так далее. Интуиция, а потом знание. Где это можно добрать? На 80% это добирается как раз в этой экосистеме, о которой мы говорим. Экосистема предпринимательства. Где эта экосистема может быть? В разных регионах страны разные руководители регионов по-разному это видят, исходя из собственного опыта и знаний, и пытаются его реализовать. Активно движется развитие предпринимательства в тех регионах, где основу экосистемы, фундамент составляет бизнес-сообщество. То есть когда бизнес-сообщество инициирует, двигает, а региональная власть помогает. В тех регионах, где региональная власть говорит: «Ша, мы все знаем, где надо, вас привлечем». Там, к сожалению, развивается очень медленно. Это помог нам сделать срез-анализ, опрос наших предпринимателей с разных регионов. Мы смотрели, как рейтинг оси, мы измеряли самочувствие предпринимателей, и она совпадает. Повторюсь еще раз, там, где региональная власть опирается на общественное объединение предпринимателей, дает им ресурсы, там предпринимательство растет, и количество предпринимателей растет. Там, где пытаются сами делать, к сожалению, не растет. Не потому, что плохие. Просто сапоги должен боять сапожник. Экосреду может делать только... Если мы говорим про развитие леса, лесники, вот она экосреда, вот и лесники. Если мы развиваем предпринимательство, экосреду, экосистемы являются сами предприниматели, сообщество предпринимателей. Я очень надеюсь, что с этого года мы таки сломаем хребет. Развитие молодежного предпринимательства и всего предпринимательства в целом пойдет по другой траектории. Нашу точку зрения разделяет Банк Открытия. Мы сегодня подпишем такие соглашения. И Банк Открытия первыми, кто активно своими действиями готова поддержать создание предпринимателей будущего. У нас на ДИОИ прямо в унисон, слово в слово, наши мысли и идеи настолько совпали, что просто мы обязаны были жениться на этой теме. И сегодня мы подпишем, распишемся в этом и вместе будем идти. Ну, тогда муж должен порадоваться, что ты хороший человек, не чужой, свой, проверенный. Детки порадуются. Да. Спасибо. У нас замечательный свидетель есть, так что это все, да. Минэк совершенно по-другому, да, с приходом Милены, совершенно тональность поменялась в этом направлении, внимание к молодежи предпринимательства поменялось. И вот я очень надеюсь, что все-таки бизнес-объединение, независимо от того, какое объединение, это не только вопрос, не только в ОПОИ России, просто в ОПОИ России в этом отношении, в развитии именно молодежи предпринимательства компетенции намного больше. Мы готовы объединить все усилия, всех бизнес-объединений для того, чтобы начинать правильно отбирать предпринимателей, правильно их стимулировать, правильно им помогать, чтобы как можно быстрее они стали эффективными предпринимателями. Вот, чтобы не было так, как бросили его, сказали, все, как хочешь, так и выныривай, пришлось идти грузчиком. Не надо, у нас есть более лайтовые варианты. Спасибо. Спасибо большое, Эдуард Закирович. Ну и логично слово дать Надие, человек, который сделал очень много для женского предпринимательства. И теперь, я понял, еще и с такими же силами и рвением приступят к тому, чтобы развивать молодежное предпринимательство. И мы очень этому рады.
Да, Артем, спасибо. Добрый день, коллеги, добрый день, друзья. Меня, кстати, вначале, когда Артем представлял, он так немножко споткнулся о моей позиции, да, название моей позиции, не потому что меня не знает, а потому что вот то, о чем как раз сказал Эдуард, я также в опоре веду женское направление, развитие женского предпринимательства. И, конечно, мы вместе вот рука об руку молодежное предпринимательство и женское предпринимательство нашу тему сегментированного подхода двигаем вместе. И для меня вот эти слова «экосистема» — это, безусловно, это среда, безусловно, это необходимость создавать все элементы, о которых говорила Милена Тахировна, и то, что сейчас, конечно, делает Минэк, это действительно создает систему. Но вы знаете, что еще важно? Важен еще один аспект, что в любой системе, знаете, можно очень красиво растушевать, это связанные элементы и так далее, и так далее. Но здесь важно, чтобы каждый делал свою работу, потому что иногда за такими разговорами получается, что мы все вместе куда-то бежим. И здесь, конечно, я говорю о работе банков. Безусловно, много разных аспектов и барьеров развития молодежного предпринимательства. Чуть, извините, не сказала женского, да, потому что многие как бы элементы похожи. Но здесь, конечно, повторюсь, каждый должен делать свою работу. И мы здесь как раз-таки призываем к тому, чтобы смотреть не только на отраслевые разрезы, да, и создавать в том числе и в банках, и в других структурах, таргетировать продукты, и пакеты РКО, и другие кредиты, безусловно, да, но еще и смотреть не только на отраслевой разрез, но и на сегментный, да, на сегментный и микросегментный. То есть это женщины, молодежь, которая еще учится в институте, молодежь, которая попробовала себя найти, поработать на дядю, но не получилось. Есть много-много-много разных отдельных групп, и мы в этом смысле стремимся, ну, от слов перейти к понятным делам. Безусловно, это в первую очередь финансирование. Да? Конечно, мы там можем развивать много soft skills, да, там, умение выстроить красивую презентацию, хорошо выступать и так далее. Это, безусловно, там, нужные навыки, как и другие soft skills, но, безусловно, без стартового капитала, без начала финансирования ты не можешь двигаться. И здесь, ну, действительно нам хотелось, как банку открытия, поддержать работу молодежного комитета и задать, на самом деле, тренд финансовой индустрии, что нужно создавать вот такие таргетированные продукты. Самый простой пример у нас с вами в жизни — это когда мы приходим в магазин, и вот я люблю этот пример с шампунью, да, она, потому что по большому счету шампунь одинаковая, да, вот у меня подруга работает в этой сфере, говорит, что на самом деле три производителя, основа одинаковая, да, но каждый подходит к тому шампуню, который ему нужен и больше там помогает, я не знаю, блондинки, брюнетки, лысые, седые, я не буду говорить остальные, разные другие, крашеные какие-то еще. Да? То есть нужна, это очень простой пример того, что нужна вот эта сегментация. Мы сейчас сделали первый кредитный продукт, который ориентирован на предпринимателей, молодых предпринимателей, тех ребят, которые закончили программу обучения «Ты предприниматель», потому что, безусловно, надо понимать бизнес, куда идешь, да, и понимать как бы элементарные основы бизнеса. Но я могу сказать, что вот у нас здесь тоже, в общем, совпадают во многом аппетиты с молодежным предпринимательством. У нас сейчас 4-я база в стране, 370 тысяч активных клиентов, те, которые действительно транзачат. У нас в группе «Банк. Точка», я думаю, что очень многие тоже этот банк знают, ориентирован на предпринимателей, ориентирован на молодежных предпринимателей. У нас в структуре клиентской базы примерно 8% это молодежь. Но знаете, здесь тоже интересно, в любой статистике, вот мы посмотрели, первый мой вопрос был моей команде, сколько у нас молодежи в структуре, 8%. А дальше, когда мы поделили по возрасту, мы увидели, что
Если взять до 30 лет, то 8%. А если не брать до 30 лет, а взять, например, до 25 лет, то оказалось уже меньше 3%. И я бы здесь тоже предлагала бы, наверное, замерять для начала, да, и понимать, у кого какие базы и в каких сегментах. Продукт сделали. Надеюсь, что в банковском мире все очень быстро копируется. Я надеюсь, что и другие банки к этим проектам подключатся. Это, конечно, будет нас стимулировать к тому, чтобы продукты делать хорошими. Поэтому приходите за кредитами к нам. Кроме того, что государство в лице нашего акционера Центрального банка, а мы банк со 100% капиталом ЦБ, поставили нас задачу стать вторым-третьим банком в стране по развитию малого и среднего бизнеса. И у нас задача 500 миллиардов рублей выдать, и в данном случае уже неважно, какому сегменту, молодежному или женскому, или любому отраслевому. Второй еще момент, чтобы долго не затягивать. Кредиты раз. Второй, безусловно, образовательные программы. Вот Милена Тахировна говорила, да, о том, что будет ревью этих программ. Многие банки делают программы, но мы здесь, знаете, исходим из того, что вот мы буквально в понедельник у нас стартовал новый проект Open Academy 2.0. Это мобильное приложение. И мы исходим из того, что, конечно, я могу кого-то поучить предпринимательству. Каждый из нас здесь сидящих, кроме реальных предпринимателей, может дать совет, но это всего лишь совет. Мы, когда опрашивали предпринимателей, какая образовательная платформа нужна, увидели, что ответ был простой. Я хочу, чтобы меня учил предприниматель. И на этой платформе только предприниматель рассказывает о реальном своем опыте, с которым столкнулся в жизни, и обучает предпринимателей в виде понятных коротких роликов. Ну и последнее, я не знаю, будут ли еще коллеги затрагивать эту историю, это акселерация. Конечно, мы тоже активно работаем в акселерации. Мы в конце прошлого года отработали с акселератором Банктех и внедрили, и так получилось, кстати, несколько решений, и все они оказались от молодых предпринимателей, которые уже работают у нас в банке, например, сервис электронного документа оборота и сверки актов. Это сделал там 28-летний парень, не 25-летний, 28-летний. И эти сервисы мы внедряем. Поэтому мы в ближайшее время открываем корпоративные акселераторы, готовы новые идеи молодых предпринимателей у нас внедрять. Но знаете, здесь еще есть одна проблема, что, конечно, да, там важна среда, важно финансирование, важны образовательные программы. Но вот я буквально вчера, когда в поезде сюда ехала, прочитала очень интересную статью, где дана была такая статистика, что 90% молодых ребят из тех, которые готовы стать предпринимателями, они, в принципе, не знают, у них нет идеи. Да? Я сама являюсь инвестором краудфандинговой площадки много лет, на протяжении 8 лет делаю с моими партнерами этот проект. И мы видим, что в России есть одна существенная проблема, может быть, она нам как-то на первый взгляд неприятна и не нравится, очень мало идей. Да. То есть, вот, например, там, на той же площадке у нас 150 тысяч инвесторов, которые готовы дать деньги на финансирование того или иного проекта. Да. А проектов всего профинансировано 2000. Не потому что как бы не хотят финансировать, а потому что нет проектов. Поэтому здесь, вот, на мой взгляд, важно нам всем вместе, институтам развития и банкам, посмотреть, а как нам будут отработать вот эту начальную часть воронки. Можно, да, решение подсказать? Именно с идеями. Мы здесь как бы готовы сотрудничать, конечно. Извините, что перебила. Я не первый раз слышу о том, что у нас, это не только про молодежку, вообще в целом в экономике мало проектов. Сколько бы мы тоже эту тему не поднимали, почему банки не кредитуют, говорят, нет нормальных проектов. Есть выход, и это хорошая возможность для старта бизнеса – франшиза. И мы вот в рамках центров «Мой бизнес» сейчас вот этим хорошим проектом, который все-таки выстрелили, который готовы переходить на эту схему, мы сейчас уже запускаем услугу, ребятам помогают сформировать эту франшизу, ее изготовить и начать продавать.
То есть это как раз выход для тех 90%, которые не имеют идей, но они могут поучиться бизнесу по франшизе, где готовая бизнес-модель и вполне себе успешная. И мы вот это увидели для себя, мы понимаем эту проблему, и мы сейчас на нее тоже делаем определенный акцент. Ну, совершенно верно, да, франшиза – это один из элементов, но мы говорим о том, что очень часто, вот даже, знаете, вот у меня сидят коллеги в зале, да, мы сейчас под новую рекламную кампанию брифовали агентство, да, и как только говорят о предпринимательстве, сразу одно и то же – булочники, кафе, мастерские, мы уже говорим, слушайте, ребят, хватит нам приносить эти картинки, мы устали. Но на самом деле и в этом смысле, да, трансляция в целом, вот в нашей экосистеме предпринимательства, она именно показывает вот такие стандартные виды бизнеса. А видов бизнеса очень много. И здесь вот мы сделали еще один проект с социальной сетью ВКонтакте, который идет уже у нас второй год, называется «Я делаю бизнес». И у нас прошло два отдельных трека по молодым предпринимателям, 10 тысяч заявок в рамках этой программы обучения. Там мы обучаем диджитал-стратегии, потому что даже молодые ребята, которые очень классно владеют SMM, продвигают свои, вот даже с Артемом мы встречались, он мне в двух минутах показал, как там в Инстаграме продвигать свои публикации. Но в принципе получается, что вся диджитал-стратегия, она сформирована исключительно только в продвижении. Мы вместе с социальной сетью ВКонтакте, как раз Банк Открытия, рассказывает о том, что диджитал-стратегия — это не только социальные сети и продажи. Поэтому нам здесь нужно, наверное, еще вместе пообсуждать, какие новые возможности с точки зрения бизнеса, они на самом деле возникают каждый день, появляются. Но о них просто мало говорят, и мы, в общем, ну, не видим, наверное, этих проектов. Вот с Артемом организовывали промышленный форум, и вот как раз-таки один из главных идей этого форума. Удачи вам там. Спасибо. Да. Спасибо большое. Вы, спасибо. Потому что, наверное, это же опора России. Воспитанные люди. Спасибо, коллеги. Спасибо. Обычно, когда мы говорим про поиск идей, все вертятся на одном пятачке у церкви там. Булочная и т.д. и т.п. парикмахерская. А всего-навсего нужно людей, которые эти идеи ищут, переместить в пространстве. Мы стали создавать серию промышленных форумов, где предпринимателей переориентируем на поиск бизнес-идей в промышленной сфере, производство. Для большинства, когда говорим промышленность производства, стоит перед глазами заводы, фабрики. Вот оно. Эта часть, она отдельно производится. Даже на этом заводе, который собирается, вот эти части, они отдельно производятся. Практически весь мир, микробизнес, те же Япония, Корея и так далее, Китай, посмотрите, если цеха, заводики по штамповке частей маленьких и так далее. Идея промфорума была первая. От идеи открытия кофейни до идеи создания, до производства кофемашины. Вот если мы сломаем парадигму, ребят, мы не там ищем, просто все мы не там ищем. Не надо 775-й булочную открывать. Давайте посмотрим, на чем эти булочки выпекают, какие части мы можем сегодня производить, штамповать здесь. Клепки, поддоны, противни, ухваты, даже вот эти вещи, они же откуда сюда приходят. Мало кто об этом думает. Вот они идеи, находятся они под нами. К чему мы не прикасаемся, кто-то где-то что-то их штампует и собирает. Вот опять же, в первую очередь работая с молодежью, с теми, кто начинает, вот правильно посыл им голову сделать, что, ребята, бизнес нужно открывать. И он намного легче, чем булочная. Открыть цех по производству, штамповка чего-либо, механизмов, машин, дофига и чертиков, на чем можно штамповать. Рабочие места открывать очень просто. Бизнес очень просто. Намного легче, чем торговой и сервисной системе. Артем, извини, пожалуйста. Мне Дерет напомнил один фильм, поскольку о фильмах говорили. Есть очень старый фильм с Томом Крузом, «Коктейль» называется. Там, значит, Том Круз, бедный молодой человек, устроился в бар, и он и мечтает стать миллиардером. И он, значит, смотрит везде вокруг, и то, о чем говорил Эдуард, и он говорит, черт возьми, ты же придумал выпускать шнурки. Дальше он посмотрел на шнурки, он говорит, смотрите, смотрите, шнурки, это же вот, ну, как бы ткань,
ткань, да, а кто-то же сверху придумал вот эти заклепки. Это тоже вот, человек, вот. Скорее всего, стал миллиардером. И я здесь полностью согласна с Эдуардом, что нам здесь надо просто показывать такие примеры, и они идти исключительно в стандарты, и там, не знаю, открывать и учить написать бизнес-план очередной пиццерии. Вот, Милена, мы об этом и говорили. Я начинаю, она уже завершает. Она начинает, я завершаю. Но мы просто обязаны расписаться. А можно я в вашу пару встроюсь третьим? Все прекрасно, вы будете штамповать эти детали. А как встраиваться в цепочку поставок? Другие предприниматели научат. А сюда уже направлена очередная порция мер, и в том числе законодательного характера. Да. Милен, 30 лет в бизнесе. У меня столько проектов, столько учеников уже, сотни компаний по России. Легко. Все делается легко. Тем более, что у нас уже более 2 или 3 тысяч мер государственной поддержки. Легко. Понимаете, все очень легко делается. Просто нужно немножко поменять вектор, и все будет получаться. Коля, была твоя минута славы. Маленькая реплика, я про булочные, защиту булочных. За больное задели, да? За больное, да, задели. Я просто говорю, как бы мы им не говорили, что это типично и банально, они все равно будут открывать. А знаете, почему будут открывать? Потому что это песочница для них. Они должны где-то получать опыт. И как бы нам свой опыт, вот когда мы открывали, перед чем прийти в кондитерскую фабрику, мы там открыли компьютерный клуб, там, я не знаю, 53-й в нашем городе. Мы его закрыли, но зато мы получили колоссальный огромный опыт. У нас следующие 2 спикера – это как раз кладезь идей для бизнеса и примеры, в принципе, того, что сегодня можно очень нестандартно подходить. Несколько хотел комментариев сказать по идеям и инвестициям. У нас есть проект «Ярмарка инвестиций», как раз это будет следующей площадкой, которую мы базово запустили в Тюмени. Вот буквально 2 недели назад он прошел первый раз за пределами Тюмени в Екатеринбурге. И вот сегодня будет на Питерском международном экономическом форуме уже. Мы, когда начали воспитывать культуру, собственно говоря, выступления молодых предпринимателей перед инвесторами, мы поняли, что найти хорошие проекты очень сложно. Но это было, скажем так, первый-второй год. На 3-4 год начали приходить именно хорошие проекты, потому что у них есть большое недоверие к инвесторам. Вот они прямо из 2 параллельных миров. Когда мы с ними общаемся, ребята говорят: денег нет, никто нам не дает, они обижены на всех, у нас идеи клевые. А когда общаешься с инвесторами, они говорят: идей нет, денег куча, в кого вкладывать. Вот, собственно говоря, мы когда сделали ярмарку инвестиций, мы удивились с результатов. В принципе, то есть за 3,5 года реализации проектов, 200 миллионов частных инвестиций, больше 100 рабочих мест. И вот скоро, я думаю, еще ярмарка инвестиций в Екатеринбурге даст свои результаты. Там уже ведутся переговоры о инвестиции 38 миллионов рублей в проект. И, в принципе, это абсолютно реально. И сейчас как раз то, что мы предлагаем, это расширять этот проект. И как раз здесь мы можем объединить усилия вот всех игроков, потому что силами одной организации это нереально сделать. И здесь надо очень сильно подключать именно сообщество предпринимателей, чтобы выстраивать доверие между инвесторами и предпринимателями. Если не будет доверия, то, в принципе, ничего не будет. Теперь хотел дать слово Татьяне Журавлевой, потому что это человек, который сейчас, они делают что-то вообще космическое. С другой своей стороны, со стороны бизнеса, мы стали финалистами проекта «100 городских лидеров» со своим проектом, который объединяет и власть, и бизнес, и сообщество местное. И вот нас 3 месяца прокачивают на тему урбанистики, и я понял, что это колоссальный кладезь идей для молодых предпринимателей, и сегодня они туда вообще никак не встроены, и они боятся этой темы. И вот мы с Таней поговорили, что можно здесь придумать очень интересное решение. Тань, расскажешь о проекте и, собственно говоря, что мы можем сделать. Да, Тём, спасибо большое. Будем считать, что прогиб засчитан насчет космической вещи. Просто Тёма действительно у нас участвует в программе «100 городских лидеров» со своей командой из Тюмени. Они занимаются просто колоссальным по сложности бизнес-проектом по реконструкции и возрождению, созданию ивент-парка рядом с озером Алибашево.
Как раз на примере Тёмы, наверное, можно поговорить о том, с чем сталкиваются предприниматели, когда они выходят в город, когда начинают что-то делать в городе, когда мы говорим не про отраслевые вещи, а именно про изменение физического пространства. Но сейчас перед этим я пару слов скажу о том, что мы делаем. Мы просто начали только в этом году. 15 января на наблюдательном совете агентства Владимир Владимирович дал нам добро на тем, чтобы мы занялись городскими лидерами и поняли, кто же это такие, есть ли они вообще в нашей стране. Мы объявили целевой отбор и поняли, что этих людей по всей стране колоссальное количество. За месяц к нам пришло 7 тысяч человек из 154 городов. 593 заявки, из которых 300 мы рассматривали очень серьезно, со спорами, с экспертизой, с тройной экспертизой. Это к вопросу об идеях, которых не хватает в городах, которые они действительно, мы их увидели, что не есть. Нам пришлось собрать всего 25, в том числе Тюмень. И вот с этими 25 городами мы сейчас очень плотно работаем в так называемом очном акселераторе городских проектов. Каждый из проектов идет по своему треку, все это у них закончится в октябре месяце, инвест-питчингом с крупнейшими инвесторами и бюджетными фондами. Мы надеемся, что кому-то из них понадобится это финансирование, кто-то уже к этому моменту выйдет на другую схему монетизации, но это уже детали. Собственно, когда мы с ними начали сейчас работать, мы параллельно запустили краудсорсинговую платформу, где начали добирать города и добирать типовые идеи, которые есть, которые возникают. К нам туда пришло 70 тысяч человек. Я просто, это масштабы те, которых мы абсолютно не ожидали на старте. Честно я вам скажу, то, что мы когда запускали программу, мы думали, ну окей, ну городов 10, ну человек там, я не знаю, ну до 10 тысяч это просто был бы потолок. Когда за 3 месяца 70 тысяч человек не просто оставляют свои проекты, как вот проекты кидают, я как человек, который поработал и на госслужбе, и в инвестфонде, и была предпринимателем, ну и продолжаю являться предпринимателем, молодым в том числе, я понимаю, что это вопрос того, что люди прорабатывают эти мысли, они готовы их делать. И большинство из них приходит к нам и приносит проекты на эту крауд-платформу со словами «мы все равно сделаем». Но если мы будем делать это с вами, у нас это просто получится быстрее. И это прекрасная позиция для людей на старте. 70 тысяч человек, которые к нам пришло, проголосовали за проекты, и мы отобрали еще 28 городов, которые у нас будут сейчас находиться в онлайн-акселераторе, и мы их будем онлайн сопровождать с точки зрения наставничества, с точки зрения передачи компетенций, с точки зрения экспертизы, в том числе экспертизы бизнес-планов. Среди всего этого количества, этих колоссальных цифр, мы увидели следующие вещи. Во-первых, самый распространенный вопрос, который задает нам городской предприниматель, тот, который хочет открыть булочную, тот, который хочет запустить стойку электросамокатов, тот, который хочет тот, который хочет начинать продавать сахарную вату в парке, тот, который хочет открыть фудкорт или открыть высокотехнологичный VR-бокс где-нибудь на набережной, потому что это современно, модно и здорово. Они сталкиваются только с одним с ключевым вопросом, с вопросом того, что им все запрещают. Ключевой ответ от региональных властей, от муниципальных властей – нельзя. Потому что и приводят, у меня вот такие вот стопки лежат на столе писем, которые мы распечатываем, обрабатываем, отрабатываем и смотрим на те аргументы, которые нам приводят, почему нельзя. Но, знаете, иногда до смешного доходит, наверное, скоро мы выпустим какую-нибудь брошюру, памфлет такой на тему того, почему нельзя. Например, история очень смешная с электросамокатами. У нас правил дорожного движения нету, и вот в этой вот системе нормативки нет такого понятия, как электросамокат. Поэтому электросамокат у нас является пешеходом. Либо второй вариант трактовки в одних из регионов, электросамокат у нас является велосипедом. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, и поэтому нельзя. И поэтому нельзя устанавливать, нельзя, собственно, начинать бизнес делать. Хотя ребята вот готовы, у них есть разработки, они готовы за свой счет все установить, а окупаемость у них будет через эксплуатацию. Там, например, в Севастополе мы сейчас добились наконец того, что установили одну стойку электросамокатов из 100, которые изначально были на входе. Мы этого добивались 1,5 месяца. До этого они работали 3 года с местной властью. 3 года они пытались согласовать установление одной стойки. Значит, вот это первая проблема. Проблема того, что нельзя и как это нельзя обходить. История с административным барьером, к сожалению, очень высокая, несмотря на тысячи мер поддержки. А вторая история, которая возникает, это тот запрос, который к нам приходит, о том, а как начать? Ну вот как сделать этот самый главный первый шаг? Вроде идея есть, просчитали, сформировали бизнес-план, и тут возникает очень большой барьер со страхом. Есть страх ошибиться,
и прогореть, и он есть. И это кажется, нам кажется, что это история, в том числе про популяризацию предпринимательства. А как объяснить молодым людям, что они имеют право на ошибку? У меня было 6 бизнесов. Я начала первый свой бизнес в 16 лет. 6. 4 из них прогорело, 2 из них крайне успешны. И это прекрасно. 2 из них действуют до сих пор, одно производство, другое консалтинг, все здорово, все классно, и этом никто на этом жизни не заканчивается. И вот это вот очень хочется объяснять. Мы много работаем с малыми городами. Жалко, что ушли коллеги из большой семьи Веба, да, из моногородов. Там вообще проблема очень большая. Они никто... Вот я общаюсь там просто и со студентами местными, и даже со школьниками, когда приезжаю, мне всегда очень интересно с ними поговорить. Я была недавно в городе Удомля Тверской области. Я там встречалась со школьниками, мы разговаривали, и мы с ними обсуждали, а что же нужно, чтобы появилось в городе? Потому что, например, росатомовские говорят про Удомлю, что Удомля как совесть, она всегда болит. Ну, правда, там город, которым надо заниматься. И серьезно надо заниматься. И я спрашиваю, говорю, что не хватает? Давайте вместе покреативим, давайте вместе придумаем. Давайте мы там давали формат городских интервенций, как можно самостоятельно начать, вот буквально из подручных средств, менять пространство вокруг себя. И мы вышли на тему предпринимательства. Когда я спросила среди школьников, я была в 3 аудиториях, примерно человек по 40, по 60, сколько человек хотят стать предпринимателем? 1 человек в одной аудитории поднял руку. 1. Я спросила, почему нет? Это же наоборот, это же ваша инициатива. Вот у вас есть идеи, вы мне сейчас накидали миллион идей. Встали завтра, начали делать и пошли. Мы поможем дооформить, мы дадим, там, не знаю, дадим взрослого наставника, который вам поможет, проэкспертирует и так далее. Они боятся. История с популяризацией в данном случае, она должна быть в том числе на преодоление вот этого первичного страха, который есть, и объяснение того, что право на ошибку — это прекрасно. Третья история. Это история чуть более такая глобальная, как мы сейчас наблюдаем процесс несоответствия двух, такого клинча двух национальных проектов. Если город, из города делать витрину, то рано или поздно кто-то кинет в нее камень. Вот у нас сейчас история с благоустройством — это создание витрины в городах. Мы делаем бетонные набережные, мы делаем, там, это сейчас кейс с Вологды, да, все сейчас слышали про кейс Екатеринбурга, это отличный кейс, мне кажется, с гражданской позицией. Мы делаем красивые концепции сейчас, красивые картинки, которые приземляются на землю. Но в этот момент мы забываем о том, что в этих потом пространствах должна появиться жизнь. И эта жизнь может появиться только через предпринимательство, а особенно очень бы хотелось, чтобы она появилась там через молодежное предпринимательство, потому что им там, в конце концов, нам там, в конце концов, жить в самом конце. Якутия в этом смысле, простите, маленький офф-топ, Якутск пошел в этом смысле чуть-чуть дальше, они работают с поколением Z. Они работают сейчас и формируют городскую среду, исходя из желаний, потребностей, предпринимательских инициатив детей, которым сейчас 12-13 лет. Они пошли в долгую очень сильно. Это уникальная история для нашей страны на данный момент. В большинстве случаев мы создаем такие витрины сейчас. И в этих витринах, как я уже говорила, там, к первому пункту, да, о том, что у нас с предпринимателем нельзя ничего делать, идет история с нацпроектом по развитию предпринимательства с колоссальными мерами поддержки, и непонятно, каким образом они совмещаются. Каким образом предприниматель может начать что-то делать в городе? И вот эта вот проблема, которую, как мне кажется, можно решить, только формируя такую хорошую экосистему предпринимателя, который выступит единым фронтом. Который скажет о том, что вот у нас там условно за последний месяц к нам пришло более 100 обращений, 58 из которых одинаковые. Это одинаковый ответ на вопрос «нельзя». И если мы создаем подобную экосистему и сообщество предпринимателей, которые в состоянии сформулировать вот это «нельзя», мы формируем для них совместно какое-то решение типовое или, там, не знаю, успешную практику, говорим, сделаем вот так, раз, два, три, четыре, пять, такой тулкит, программа действий. И они с этим могут прийти в регион, могут начать дискуссию на тему того, почему нельзя или как нельзя. И как с этим нельзя побороться или хотя бы сделать нельзя, но можно вот это, хотя бы до такой степени. Когда нельзя использовать озеро всесезонно, но можно использовать в зимний период. Да, простите. По-больному, да. В этом смысле мы готовы, как программа 100 городских лидеров, как агентство стратегических инициатив, оказывать всестороннюю поддержку у нас на платформе. На нашей платформе 100 городов мы вот, собственно, с Артемом обсуждали возможности открытия такого
открытого сбора предпринимательского сообщества и стать такой некой витриной для этого предпринимательского сообщества, для того, чтобы показывать те самые, во-первых, нестандартные проекты предпринимательские, про которые говорили коллеги, не только про булочные, но еще про самокаты, но еще про сахарную вату, но еще и про VR-боксы, которые должны появляться в городах. А с одной стороны, с другой стороны, вот эти однотипные решения, формировать из них некоторые тиражируемые успешные практики, которые можно потом отдавать регионам. Собственно, мы готовы к запуску подобной истории буквально... Артем? Сегодня. Буквально сегодня. Да, спасибо большое. Да, коллеги, то есть что это значит? Теперь молодые предприниматели на сайте 100 городов могут оставить заявку, что они хотят присоединиться к реализации проектов создания комфортной городской среды и быть интегрированы туда. И здесь уже вот мы будем помогать предпринимательское сообщество, а ОСИ будет помогать с точки зрения работы с органами государственной власти. Я на своей шкуре ощутил, как это прекрасно. После победы в конкурсе через... Как помощь, через 3 дня мы получили первый штраф за инициативу использования водяных ресурсов. Но это была не помощь, это все. Но там же сказали, будет помощь. Сразу. Помощь. Ну, то есть инициатива, да, иногда вот, когда ты как предприниматель входишь в те пространства, где тебя не ждут, да, там... с экспертизой, вот, допустим, в водном законодательстве. Но теперь вот благодаря проекту ОСИ я много знаю о нем. Коллеги, у нас сейчас Надия и Эдуард Закирович должны уходить на подписание соглашения. Эдуард Закирович хотел подарок подарить. Да, я планировал только одну книгу подарить сегодня. А думаю, что надо 3 подарить. Артем, не жадничай. Я знаю, у тебя в сумке есть... Хорошо, что всегда собой. Коллеги, там очень много интересного, полезного. Плюсом к вашим знаниям, опыту, для того, чтобы лучше понимать предпринимательство и лучше им помогать. Это книга «Кустари и Рокфеллеры». Ее написал Эдуард Закирович. Она основана на его кандидатской. Об успешности предпринимательства. Это практически настольное пособие каждого предпринимателя, ну, по крайней мере, у нас в Тюмени. И не только в Тюмени, да. Закладка – это инструкция к прочтению. Пожалуйста, его внимательно прочтите, когда. Да, в нет-магазинах она есть, но, к сожалению, она не так и... Ну, какой-то же должна быть какая-то, да. Ага, хорошо, ага. Да. Ну, а сейчас дальше пойдут подписывать. Нет, соси уже есть. К нам как раз еще присоединился Женя Гудов. Я бы хотел, чтобы Женя прям в 2-3 словах. Это как раз кейс, когда человек создал комфортное городское пространство своими руками. Ему немножко мешали, а потом очень сильно помогли, а сейчас в итоге вообще производят роботов. Жень, буквально 2-3 минуты, что ты сейчас делаешь и как вообще это получается? Ну, мы построили планетарий крупнейший в мире в Петербурге, ну и пошли, в общем-то, по пути как раз производства. Мы посмотрели, с чего все сделано. Московский планетарий, все мы знаем, что стоил порядка 5 миллиардов. Наш по размерам в 5 раз больше, но при этом стоил около 500 миллионов. Мы смотрели на детали, из чего это сделано, из чего это можно собрать, и уменьшали производственную цепочку до самых примитивных вещей, то есть железки, программный код и так далее. В итоге практически весь планетарий создан нами с нуля, и все оборудование разработано нами самими. Причем оборудование достаточно дорогостоящее, некоторые элементы стоят импортные до 500 миллионов, например, сами проекционные системы. Вот. Ну, по предпринимательству вот коллегу поддержу то, что 90% предпринимателей не имеют идей. То есть у нас все думают, что предприниматель, я буду независим, я буду зарабатывать деньги, и почему-то забывают о том, что 3 основные вещи, которые должен делать предприниматель, одна основная – это приносить пользу людям. Польза может быть в упрощении процессов, польза может быть в производстве, в импортозамещении или в создании чего-то нового, более удобного, популярного и так далее. И исходить нужно не из того, что вы хотите там зарабатывать деньги, а из того, что как раз нужно быть общественно полезным.
Еще есть важное очень, не знаю, замечание. Коллеги считают, что нужно со студенческой скамьи прививать, в общем-то, стремление быть предпринимателем. Я считаю наоборот, что нужно лет до 28 трудиться, работать, в идеале по специальности, набираться опыта, набираться деловой репутации, набираться умения общаться с людьми, потому что это очень важно для предпринимателя, и с подчиненными, и с коллегами, и с контрагентами, с банками, с органами государственной власти. А потом, в общем-то, лет в 28 вы уже прекрасно понимаете, что как где делается, где какие производственные процессы, где куда можно встроиться. Если есть инфраструктура, а, к счастью, инфраструктура у нас в стране, в общем-то, создана, и можно легко получить и кредит, легко найти офис, часто даже бесплатно, легко найти команду, воспользовавшись сайтами, зарегистрировать компанию 7 дней, открыть счет в банке 1 день, и вы просто уже за неделю автоматически становитесь предпринимателем, потому что для предпринимателя главное не процессы, а главное сама идея и польза, которую он приносит. Соответственно, я, например, для себя, так как наша команда растет, развивается, сейчас уже больше 100 человек, половина – это разработка чего-то нового, это робототехника, промышленная робототехника, это проекционные системы, это видеоконтент. Наша дизайнерская студия – одна из самых сильных в России, сейчас все ожившие полотна, видеоконтент на пленарном заседании – это делает наша команда, ну, которая будет завтра и послезавтра. Соответственно, я вижу, что у нас молодежь, идет, пока они работают, они идут работать официантами, они идут работать в кофейне, они идут работать в булочные, но они не идут работать по специальности. И, к сожалению, к большому, мы получаем на выходе огромный пласт желающих заняться предпринимательством в виде булочных, в виде кофеен и так далее. Если бы дети шли работать по специальности, ну, студенты, я так называю их, то, во-первых, учеба бы ложилась гораздо более эффективно, я по себе знаю, что это прям сразу x4 к образованию, потому что ты понимаешь, что как делается. И, во-вторых, мы бы получили огромный пласт технологического предпринимательства, который будет создавать добавленную стоимость, который будут создавать новые проекты. И поэтому я вот на всех форумах практически стараюсь упоминать, рано или поздно, надеюсь, это материализуется, прекрасный опыт Германии. Они закрывают ЕСН для тех работодателей, которые устраивают студентов и выпускников вузов по специальности. Если мы сделаем такую, например, программу хотя бы по технологическим вузам, это уже даст через 3-4 года, а 3-4 года пролетят незаметно, огромный толчок для развития и бизнеса, и производства, и всего остального в России. Второе, предприниматели, кузница для предпринимательства часто это креативные пространства. В Москве первый шаг уже сделан, Собянин приезжал в кластер ArtPlay. И сейчас, я так понимаю, что все идет полным ходом для того, чтобы креативные пространства приравнять к технопаркам со всеми вытекающими льготами. Это и кредитование, это и офисы, это и господдержка, это и компенсация ЕСН и так далее. Ну и выставки. Все должны развиваться, смотреть, что как на Западе, если государство будет закрывать участие в выставках, в профильных. Не только формально, как мы написали заявку, например, она там 3 месяца рассматривается, выставка уже прошла, нам только после этого ответили. А более активно, большими масштабами, с более скоростной процедурой согласования, то, в общем-то, мы воспитаем людей, которые умеют делать, которые имеют широкий кругозор. И для того, чтобы начать бизнес и стать предпринимателем, им просто надо пойти и написать, в общем-то, заявку на открытие компании и открыть счет в банке. Все. Спасибо большое, Жень. Коллеги, я вам советую всем сходить в планетарий номер 1. Он здесь, в Петербурге. И там ребята делают очень клевых роботов. Вот из того, что я видел, то есть что Женя сделал, они купили японского робота за 5 миллионов, да, сейчас сделали аналог, причем он еще и производительный, и скоро выпустят линию, и они будут уже продаваться за 1 200 000, и будут более производительными. Как раз то, как предприниматели сами начинают менять среду вокруг себя. Если там резюмировать то, что мы говорили и о чем очень много сейчас говорят, все говорят об обучении, но мы все больше, мы как сообщество предпринимателей, приходим к тому, что сейчас обучения на рынке очень много, его реально очень много, и в принципе уже можно выбрать. Если там 5-6 лет назад с этим были проблемы со знаниями, то сейчас пласт знаний в принципе довольно-таки хорошо закрыт.
И недавно у нас была стратегическая сессия молодежного комитета. Мы собирались, ну, со всей России ребята прилетели. Мы посмотрели то, что сегодня происходит, то, что делает Минэк, то, что делает деловая среда. Это очень клево, очень много премий. Но мы увидели следующую проблему, что основным все-таки акселератором роста молодых предпринимателей является интеграция в сообщество равных, в сообщество, где возникают наставники, где есть интеграция с федеральными и с международными площадками. И, собственно говоря, вот здесь я хотел предоставить слово Александру Дерябину, победителю конкурса «Лидеры России», молодому предпринимателю из Омска, который, ну, по факту сделал очень интересное предложение, как можно текущую ситуацию прям в корне поменять, запустив новый проект. Саша, тебе слово. Спасибо. Можно презентацию поставить, пожалуйста? Во-первых, несколько предпосылок. В первую очередь, я предприниматель, и первые шаги начал делать еще в школе. И когда мы готовили этот проект, мы, конечно, его основывали на моем опыте как предприниматель, на опыте других ребят, с которыми мы вместе это делали. Да? То есть это то, как предприниматели видят для себя, молодые предприниматели видят для себя меры поддержки. Это не, как бы, не сверху, да, наверное, как у нас часто бывает, а снизу такое предложение. Сегодня слушали многих спикеров и понимаю, что то, о чем мы сейчас будем говорить, многие уже в разных вариациях упомянули. То есть я понимаю и органы власти, и молодые предприниматели, и общественные организации говорили о отдельных элементах, которые присутствуют вот в том нашем предложении, которое я сейчас буду представлять вам. Это, наверное, это говорит о том, что, опять же, мы, скажем так, на правильном пути, в правильном направлении мыслим, и это очень хорошо. Действительно, сегодня были споры относительно количества мер поддержки, относительно различных грантов, конкурсов, которые сейчас есть. Но мы видим, что проходит конкурс, получена какая-то мера поддержки, дальше предприниматель, он действительно, как правило, остается один на один дальше со своим бизнесом, со своими вопросами, со своими проблемами. А это, наверное, неправильно, потому что, как минимум, когда уже были какие-то вложения сделаны, то очень здорово и эффективно будет, если мы сможем дальше сопровождать этих получателей таких мер поддержки или победителей каких-то конкурсов, потому что наверняка они могут дать гораздо более серьезный результат в будущем, чем, допустим, те, кто пока еще не проходил подобные инструменты отбора. Поэтому наше предложение – возможно, это как раз вот та история про ты предприниматель, которая может трансформироваться дальше. Возможно, это будет какая-то отдельная история. Но в любом случае ядро, которое мы создаем, это сообщество. Сообщество молодых ребят, молодых предпринимателей по различным регионам, по разным регионам, по всем регионам нашей страны. Мы активно коммуницируем и взаимодействуем с молодыми предпринимателями за пределами нашей страны. Вот Артем, насколько я знаю, буквально после ПМЭФа сразу летит. Да, в Армению, там будет Армению, конфедерация, да, молодых предпринимателей Евросоюза, форум. Да. То есть вот то сообщество, которое как раз даст такой некий, может быть, цемент вот различных разнонаправленных мер поддержки, которые сейчас существуют, и возможностей, оно это все может как-то совместно скрепить, что ли. На самом деле, вот мы, как опора России, к нам приходят молодые предприниматели или те, кто еще не являются предпринимателями. Я думаю, что все коллеги подтвердят, самый главный, основной запрос, с которым все приходят, это исключительно нетворкинг, общение, сообщество, люди. Вот в 70-80% случаев мы слышим именно эту причину, почему они бы хотели находиться в сообществе. Задачи, которые мы перед собой ставим, это объединение молодых предпринимателей. Вот, ну и тут, исходя из взаимодействия с ОСИ, мы так добавили в городские сообщества, потому что часто встречаясь с предпринимателями у нас в регионе, я понимаю, что у всех одни и те же вопросы. Вот, одни и те же, но они их сами по себе где-то обсуждают, и каждому кажется, что это некая уникальная история, которая только их волнует. Ну, когда я говорю, да, мы это слышали уже 100 раз, на самом деле, давай, приходи, объединяться, обсуждать, потому что вместе, наверное, результат получить гораздо проще, чем когда каждый из нас его пытается решить отдельно. Это современные методы акселерации бизнеса. Вот сегодня Николай Кузяков упоминал о формате, который они используют. Да, такой удаленный совет директоров его называют. Это достаточно
распространенный сейчас на самом деле механизм, распространенный инструмент, который у нас тоже в основе нашей программы, нашей платформы лежит. Чуть позже о нем расскажу. И, конечно, обязательно мы видим для себя часть работы со студентами, со школьниками, потому что без вот этой вот работы, она, конечно, не дает быстрый эффект. Она быстрый эффект не дает. Это не через год, не через два, и даже, может быть, не через четыре, как сегодня предлагалось относительно работы со студентами, да, и их трудоустройством в дальнейшем. Но это то, что через какой-то период даст реальный взрывной рост, даст такой скачок относительно количества предпринимателей, относительно готовности заниматься бизнесом, быть предпринимателем. Поэтому для нас вот этот сегмент школьники-студенты, он всегда остается в фокусе. Проблемы. Невысокий уровень готовности молодых людей к занятию бизнеса. Опять-таки, вот я говорил, что сегодня это упоминалось, сегодня мы это слышим, и, к сожалению, также часто общаясь со студентами, общаясь со школьниками, вот действительно часто одна рука поднимается, бывает вообще рук не поднимается во всем зале. То есть люди для себя, школьники, для себя студенты, для себя не рассматривают в принципе эту альтернативу. Мы всегда говорим, не нужно всем быть предпринимателями. Предприниматели — это вообще не для каждого, и можно быть замечательным, крутым специалистом в другой области и очень успешным специалистом в другой области. Для нас важно, чтобы вот возможность быть предпринимателем была в фокусе зрения, чтобы рассматривалась как одна из альтернатив, чем можно заниматься по окончанию школы, вуза. Меры поддержки. Я тоже сегодня об этом говорил. К сожалению, там тот же конкурс «Ты предприниматель», тот же проект, да, «Ты предприниматель», «Молодой предприниматель России» конкурс, получают какой-то приз, какую-то поддержку, дальше дальнейшего сопровождения не происходит. И вот даже сейчас мы хотели что-то добавить, да, наверное? Премия «Немалый бизнес» является исключением. Ну, я надеюсь, это новое мероприятие, но вот та история, которая была с «Ты предприниматель», с «Молодые предприниматели России» конкурс, к сожалению, в основном это так. То есть они прошли, сейчас нет даже выхода на них такого понятного, прямого, чтобы с ними поработать, пообщаться. И практика наставничества. Много говорят о наставничестве, в разных сферах говорят много о наставничестве. К сожалению, в части бизнеса здесь тоже очень большой потенциал, очень серьезный потенциал. Я сам, как молодой предприниматель, который со школы начинал, понимаю, что если бы рядом оказался опытный наставник, который помог бы не сделать каких-то ошибок, наверное, результаты были бы сейчас гораздо более серьезные. Более того, общаясь с предпринимателями уже опытными, успешными, мы понимаем, что и они готовы, активно готовы включаться в эту работу. Но необходимо какую-то инфраструктуру для этого создать. Так, что-то немножко прыгает. А можно следующий слайд? У меня кликер почему-то перестал работать. В чем суть того предложения, которое есть у нас? Мы предлагаем некое платформенное решение, в рамках которого есть несколько отдельных проектов, объединенных общей концепцией. Для себя мы сегодня говорили о сегментации, мы пока крупно для себя определяем два сегмента. Это действующие предприниматели и это те, кто только хотел бы стать или, может быть, даже еще не думает об этом. В рамках работы с действующими предпринимателями основной такой инфраструктурный для нашей платформы проект – это сфера развития. То, что позволяет объединяться предпринимателям вокруг общих каких-то вопросов, общих идей. Дает отличные результаты. И вот не обязательно непосредственно сфера развития, но это, по сути, очень близко к тому, о чем говорил Николай. Программа наставничества. Опять эксперты, наставники, с кем можно пообщаться, с кем можно проконсультироваться, получить какой-то взгляд свой профессиональный. На разных этапах совершенно бизнеса это важно. Наставники нужны и тем, кто только начинает делать первые шаги в бизнесе. Наставники нужны уже и опытным предпринимателям. Каждый из них нам часто вот говорит о том, что и мы бы хотели иметь наставника более высокого, скажем так, уровня, чем мы. И это стартовый пакет. У нас большое сообщество предпринимателей, которые готовы на старте помогать, оказывать какую-то поддержку. Это в том числе и бизнесовая для них история, потому что поддержав
на старте какого-то предпринимателя, а затем он придет к тебе покупать уже твои услуги. Поэтому это не какая-то вещь, то есть это вещь вполне про бизнес для предпринимателей, которые участвуют в вот этом стартовом пакете. Также у нас такая финальная история, сейчас она будет по окончанию нашей секции здесь, ярмарка инвестиций. Говорим очень много о том, что не хватает действующим, молодым действующим предпринимателям средств на развитие. Банки тяжело получить, я надеюсь, что у нас открытие получится, какой-то хороший продукт совместный, но тем не менее привлечь финансы молодому предпринимателю, у которого еще нет залога, у которого нет хорошей истории, хороших оборотов, достаточно сложно. Поэтому такие вещи, как ярмарка инвестиций, как привлечение частных средств для развития своих проектов, венчурных, да, может быть, в какой-то степени, это история очень важная и нужная. Для тех, кто хочет стать предпринимателями, есть хороший опыт конкурса «Мама-предприниматель», который реализуется, опять же, при поддержке Банка Открытия. Мы с Банком Открытия поговорили о том, что подобный конкурс было бы хорошо запустить и для молодых предпринимателей. Это история, которая вовлекает, которая популяризирует, которая дает даже какие-то средства на то, чтобы сделать первые шаги в бизнесе. Там, Саша, я добавлю, более того, мы договорились, что будет выпущен спецтариф, и ребята, выпускники этого конкурса смогут получать беззалоговый кредит на определенную сумму. Вот сейчас мы ведем переговоры, о какой сумме будет речь. То есть такого еще не делали. Да. Банк Открытия, да. То, о чем говорила Надия. Саша, вот этот слайд, и у нас минута. Да, все, заканчиваем. Клуб экспертов – это понятные люди, опять, с которыми можно легко в регионе разговаривать. Очень важно, чтобы такие сообщества в регионе появлялись, с которыми можно легко разговаривать о том, чтобы получить какую-то консультацию, получить какую-то поддержку, потому что опять сейчас, когда начинаем искать какого-то эксперта, это достаточно сложно, потому что мы… такой какой-то открытый начинаем ходить по социальным сетям, ходить по мероприятиям, да, каким-то таким ситом это все просеивать. Если добиться того, чтобы в регионах это было организовано, чтобы был понятный вход в это сообщество, тогда эффект может быть очень сильным, очень серьезным. И школьный кластер, здесь у нас три проекта, которые мы хотим реализовать. Это чемпионат по настольной игре «Ты предприниматель», сама игра была представлена, да, еще на Российском инвестиционном форуме. Это Всероссийская олимпиада для школьников по основам финансовой грамотности и предпринимательства и образовательная платформа по основам финансовой грамотности. Возможно, как раз проекты могут войти вот в ту платформу, о которой Министерство экономического развития сегодня говорило. Я добавлю здесь про клуб экспертов. Мы говорим о чем? У нас есть сегодня десятки, даже, наверное, сотни победителей конкурсов. Ты предприниматель, бизнес-успех, лидеры России. Большое сообщество этих предпринимателей. И, как правило, их зовут в другие регионы или вообще привозят экспертов не местных, хотя вот они есть, их надо только прокачивать, это и будет и местный бизнес прокачивать. Давай, ну то есть базово мы договорились с Банком Открытия, что они готовы поддержать этот проект. Мы уже договорились с агентством стратегических инициатив проекта «100 городов». Мы, само собой, зовем всех участников рынка, которые сегодня занимаются развитием предпринимательства. Это и наши институты, и Российское движение школьников. Мы очень хотим присоединить большое количество корпоративных игроков, которые сегодня так или иначе в каких-то формах уже занимаются этим. И почему мы говорим о платформе? Это такая открытая интеграционная история, куда мы готовы интегрировать любое количество игроков. Это очень важно для нас. Да. И это не образовательная платформа. И одно предложение, которое хотел сделать Эдуард Закирович, тут у нас такое мнение. Мы-то когда совещались, мы подумали, что есть конкурс «Ты предприниматель», который был, но сейчас вот в этом году непонятно, как он будет. Да? И мы предложили название «Ты предприниматель», а Эдуард Закирович сказал, ну, ребят, а может быть все-таки, наверное, «Мы предприниматели»? Платформа будет называться, потому что ну, изначально это, собственно, вся инициатива создавать из сообщества, она в первую очередь исходит от предпринимательства. И здесь у нас не так много уже осталось. Давайте, поднимите руку, кто считает, что это должно называться «Ты предприниматель». А второе, а «Мы предприниматели». Да, сказали… Вот. Вы предприниматель еще можно? На вы, да?
Вот, коллеги, собственно говоря, то предложение, которое есть, у нас буквально минута на резюмирование. Есть кто хочет высказаться? А можно опять, как всегда, третий вариант? Давайте. Мой бизнес. А, мой бизнес? Ну, он уже есть, да. Тут немножко разные смыслы. Мой бизнес — это центр. Центры предоставления услуг. А как таковой платформы мой бизнес нет. Ну, давайте разговаривать. Сама, вообще откуда зашло? Потому что все практически мы, выпускники, ты предприниматель. Вот реально у нас молодежный комитет в Тюмени. 90% ребят, которые выпускались, были участниками конкурса, победителями. И все говорят, ну как, что нас больше не будет? То есть, жалко, что это может, ну, вот, уйти и просто, ну, 9 лет работы исчезнуть. Хотя уже есть имя, есть признание и так далее. Ну, то есть изначально посыл был от этого. Вот потом возник посыл «Мы предприниматели». Это может и мой бизнес, но самая главная мысль, которая у нас есть, что это должны делать всем миром, да, различными сообществами. И это платформа, которая должна управляться сообществами. Тогда она будет максимально эффективна, она не должна быть зашита в рамки административной, иначе она не сможет быть подвижной. Она должна очень быстро меняться. Да, мы сделаем на платформе 100 городов голосовалку, правильно? Из 3 вариантов. Но вообще идея нравится, я правильно понял? Да? Идея нравится? Ну, идея не нова. В отдельных регионах подобные сообщества создаются либо инициативно, либо с участием региональных властей. Объединить все в единую платформу, значит, вообще все подходы, они к единому окну сводятся. Но надо просто подумать еще о том, как вы будете взаимодействовать с существующими сообществами. Вы, понятно, предлагаете определенный пакет каких-то услуг и предложений для молодых предпринимателей. Ну а что делать с теми, кто уже создал такие сообщества? Тут задача всем, кто хочет интегрироваться и распределять. То есть, там, допустим, смысл стартового пакета, о чем мы думали. Я забиваю там в интернете, хочу стать предпринимателем, попадаю на сайт, и выпадает некий конструктор, условно, мне надо там подобрать банковское сопровождение. Окей, я хочу получить грант в регионе или хочу узнать о мерах господдержки. Я хочу обучиться. Да, и человек, когда набирает, вот, что он хочет, да, мы автоматически ему формируем пакет под него. Да, мы говорим, что если ты хочешь учиться, ты попадаешь на портал деловой среды. Если ты хочешь получить местную господдержку, вот адрес, а лучше, чтобы в центр «Мой бизнес» приходил телефон человека, который хочет открыть, ему звонили и говорили, а что вы хотите открыть, у нас есть вот такие-то меры господдержки, у нас есть то-то, то-то, то-то. Чтобы сервис приходил не... я не копался в сервисе, как, где там, как, что мне открыть, а чтобы я условно говорил свои пожелания, и мне эти сервисы выдавали, и это можно все автоматизировать. Те же самые гранты, вот иногда уходят и поддержки. Когда мы общаемся с ребятами молодыми, иногда надо час-два провести, чтобы им объяснить реально, сколько господдержек есть. А тут это все можно, в принципе, достаточно целевым запросом выдавать. Ну, давайте подумаем. Просто здесь я сразу, да? Решение принято, все информационные, то есть все услуги и меры поддержки будут объединены в одном окне на базе портала госуслуг. Предприниматель будет уже это все получать через свой личный кабинет. Вопрос, что вы еще к этому можете добавить? Мы больше все-таки не про поддержки, про консультационные услуги. И даже не про консультации. Вот сегодня сообщество... Но сообщество предполагает общение между собой. Вы говорите про ситуацию запрос-ответ. То есть мы понимаем, что чтобы работало сообщество, да, должно быть какой-то общий интерес, что должно объединять этих людей. И нужна организационная такая история, чтобы сообщество жило. Потому что мы знаем по опыту общественных организаций, все равно недостаточно просто объединиться, надо, чтобы потом это как-то сопровождалось. Поэтому первоочередная задача – это создание этого сообщества. А вокруг него мы можем интегрировать совершенно различные сервисы, как государственные, так и частные, корпоративные. Коллеги, нам надо закругляться, да, сейчас здесь будет следующая сессия. Спасибо всем спикерам, спасибо всем гостям, которые пришли. Хорошего вам дня.